Всем привет! Открываем бутылочку вина без штопора. Что можно предпринять? Смотрим. Берем саморез, любой, желательно, чтобы он был зубастый. Вкручиваем его в центр пробки. А теперь, ну, у нас ничего больше нету, как вот чем зацепить. Вот такой вот ключ от велосипеда. Вот и все. Пробка в руках, бутылка целая. Гости довольны. Всем пока!